связывался с примаром, а так, я говорю, в чем проблема? Он говорит, проблема в том, что в дом заселились люди и начали делать себе ремонты так, как они хотят, без согласования с архитектурой, без согласования с жильцами, не знаю, нужно согласование. Ну, то есть, несущие стены, чтобы вы понимали, в доме снесли, понимаете? Поэтому все ваши дома, которые вам подчиняются, вы знаете, что происходит внутри ваших домов. Вы знаете, кто делает сегодня ремонты.